Нарушение режима самоизоляции в Дагестане привело к росту заболевших коронавирусом. Чтобы в очередной раз обратить внимание на эту проблему, с призывом соблюдать меры безопасности обратилась к населению региона заместитель главного врача Центральной больницы Магарамкентского района. Максимально ограничьте контакты. Воздерживайтесь от посещения родственников. Откажитесь от прогулок на природу. Не подвергайте опасности лиц из группы риска. Это лица в возрасте 60 лет и старше, страдающие хроническими заболеваниями. Отдайте предпочтение личному транспорту или такси. Так вы сможете минимизировать контакты.